Здравствуйте, дорогие союзники! А по-военному здравия желаем, а по-церковному желаем вам здравия, спасения и во всем благого поспешения. Съемочная группа программы «Есть что сказать» временно сменила место дислокации из студии телеканала «Союз». Мы переместились в духовно-просветительский центр «Царский», что в Екатеринбурге. Здесь работает выставка «Солдатский крест военного духовенства». И я хочу представить вам человека, который имеет к этой экспозиции непосредственное отношение. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Львовна. По-военному ответили. Дело в том, что отец Андрей Канев предстает в нашем эфире периодически не только как автор и ведущий духовных программ, не только как настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в городе Екатеринбурге, но и как военный священник. Ну, а в данной ситуации... Ну, так получилось, что захотелось в очередной раз рассказать о военном духовенстве, о его жизни и собрать вот такую выставку фотографий. Причем фотографии – это фотографии настоящие, живые, это фотографии с фотоотчетов. Священник еженедельно докладывает в штаб о том, что он делает. Не просто там, где-то он там живет, воюет, и мы не знаем, чем он там партизанит. Да? Он не партизанит, он, соответственно, занимается плановой работой, да? Военной, военно-духовной, так скажем. Да? И, естественно, в штабе об этом знают. Да? И мне, как помощнику начальника отделения, очень часто приходится анализировать эти отчеты, смотреть фотоотчеты, да, выбирать из них лучшее. И пришла идея, вот после вот этой фотографии, я сейчас немножко о ней расскажу, пришла идея создать выставку не просто о священниках, да, а именно назвать ее сразу же, вот «Солдатский крест военного духовенства, военного священника», она у меня появилась, название сразу. Тут что на кадре получилось, мы монтировали полевой храм на учениях, привезли такой купол, и у этого купола был золотой крест. Ну, позолоченный, естественно, конечно, не золотой. И когда мы монтировали, так получилось, что вот этот вот солдат, он захотел поддержать. Вот. И после того, как я сфотографировал, посмотрел эту фотографию, и показалось, что она очень интересная, он, какая-то наивная детская поза, может быть, даже, да, что он как бы тянется, дотронуться до креста. Смотрите, все остальные солдаты отвернулись, да? Это что-то такое очень личное, несмотря на то, что это все бегают там, по-военному разговаривают, да, а тут что-то очень такое интересное получилось. Вот блестящий крест, да, на фоне этого военщины серой, очень мне показался интересным. Вот, и эта фотография мне в душу запала, не потому что она моя, потому что, ну, кадр классный вышел, на мой взгляд. И я начал ворошить снова старые архивы, и из них, и собирая новые, в течение, получается, 2 лет вот, собирал эти фотографии. Потому что что такое фотоотчет? Это дают солдату фотоаппарат и говорят, вот мероприятие, фотографируй. Это пришлось собирать как раз по теме крест. Да? Ну, у нас на каждой фотографии присутствует крест. Бывают фотографии, вот, где крест еще нужно найти. И вот эта фотовыставка, она так или иначе отражает разные формы работы священников, военных я имею в виду. Нас не так много, получается, 260 человек вообще по Министерству обороны. Это маленькая, да, цифра, маленькое количество. Военный священник, священник вообще в армии, это, по сути, ну, духовный солдат. 12 лет прошло с того момента, когда возродилось, да, официально указом президента, тогда был Медведев Дмитрий Анатольевич, возродилось военное духовенство. Но за 12 лет у нас много успехов, но и много еще нерешенных проблем. То есть священник еще пока встраивается вот в эту военную систему, да, еще только наши военные священники, получается, своим личным трудом заслуживают вот это место в строю, так скажем. То есть это очень непросто. Возникают такие проблемы, которые приходские священники знать-то не знают. Ну, вот что касается фотографий, где крест надо еще найти. Да. Вот, например, такой снимок, мне кажется, я вижу. Ну, есть наперстный крест священника. У него в руках крест. У него крест в руках. Ага. Это наш священник из Челябинска, отец Евгений Мартинец. Замечательный священник. Он как раз трудится на авиационной базе. У него крест в руке. Вот здесь тоже можно крест поискать. Это вообще моя тема – подводные лодки. Да? Вы знаете, что я посвящена в подводники? Ну, уже знаю. А это Сирия. Это Сирия, получается. Это наш священник, отец Андрей Стройков. Вот выполнял служебные задачи, как раз находясь в Сирии на базе морского базирования в Тартусе, да, в городе Тартус. Священника пригласили послужить для моряков, военных, подводников, молебен.
где их выстроить? Вот их выстроили на берегу, на пирсе, да, а священнику нашли место на подводной лодке. И вот такой кадр получился, совершенно замечательный. Где здесь кресты, как думаете? На Андреевских флагах. На Андреевских флагах, так точно. Вот два Андреевских флага, получается, да, мы видим два креста. А еще, батюшка, вот на что внимание обратил? Ну, здесь тоже это интересный кадр, тоже сделал солдат на учениях в Таджикистане. Там служит наш замечательный священник, отец Роман Чебаненко, уже много лет служит, это один из первых военных священников вот, в Таджикистане, он трудится. И на учениях он пригоняет специальный кунг, ну, то есть специально сделанный храм в передвижном, так скажем, вагончике, да, так скажем, если проще говоря. И на этом вагончике находится крест православный. И вот солдат сфотографировал, и очень символично получается, да, российский флаг стоит, что-то наше, понятно, что это наша зона, так скажем, да, полевой лагерь, и крест стоит, вот, и через крест все это освещается, на военную куда-то поехали. И пустыня, а крест? Пустыня, да, пустыня. Пустыня, которая сейчас привлекает очень большое внимание, да, в связи с событиями в Афганистане. Это тоже интересно. Это крестный ход на Пасху в Елане. Отец Николай Гвоздев у нас там служит, священник замечательный. И вот солдаты с удовольствием участвуют. Видите, священник есть, крест есть, солдат тоже есть. Все здесь. Ну, это что-то из серии, знаете, достижений и радостей, когда это праздник, да? Не когда пустыня, песок там или еще что-то. Это вот такие замечательные такие события. Вот я говорил о том, как священник причащает, да, военнослужащих. И чем мне кадр нравится, он случайный, он, опять же, из груды мегабайтов бесполезных кадров получился. Здесь здорово показан священник Дмитрий Артемов в палатке, в храме, вернее, полевом, да? Причем надо сказать, что все, что вот здесь есть, это священники военные за свой счет все организуют. Покупают, экономят, где-то ищут, то есть это все не военные, так скажем, обеспечивают. И здесь эмоция вот священника, который с благоговением, там, с эмоцией, да, с чувством передает святое причастие военнослужащему. Ну, понятно, что кресты на облачениях, крест у него наперстный. Вот тоже интересный кадр, это в Сирии, получается, наш тоже собрат, священник Евгений Циклаури, он служит молебен для военных медиков-десантников. Вот. Понятно, что кресты, вот их много, их видно сразу, тут даже без всяких комментариев. Помощь Божья нужна всем и медикам. В том числе. Вот одна из таких интересных фотографий. Это вот этот священник Андрей Стариков, наш собрат. Он в Сирии находится и, понятно, ну, находился во время, да, когда его сфотографировали. Тут что мы видим? Не священник в красивом облачении, в чистой рясе, там, в белом подворотничке, а что мы видим? Грязь, подбитый танк, священник в бронежилете. Потому что по-другому никак, да, в военной форме. Где здесь кресты? Сможете видеть? Так. Вверху. Да, это столбы. Столбы электропередач. Я увидел в них кресты. Почему? Потому что это Сирия, это те самые дороги, вдоль которых распинали христиан еще в римское время. Поэтому это все так очень символично. Вот, и такая очень, ну, для меня лично очень трогательная тоже фотография. Вот крест военного священника, он должен быть вот такой. Вместе с солдатами, для того, чтобы им помогать. Это тоже интересная фотография, это не война, конечно, никакая, это ежедневная работа священника, быт, так скажем, когда священник военный, штатный, я имею в виду, да, он периодически ежедневно бывает в воинской части, общается с солдатами и становится частью коллектива. Вот мы видим здесь протоиерея Алексея Фасолу, который просто по-отечески беседует с солдатиками, и видно, что они смеются, веселые, им с ним хорошо, как с отцом. Вот настоящий, несмотря на то, что кадр мутноват, я все равно его взял, потому что он эмоциональный, он дарит такое тепло, что священник просто стоит, рассказывает какие-то хорошие вещи, и ребята к нему открыты. Знаете, порой слышишь, что про военных священников, что вот солдат загоняют. Вот попробуй вот на этих лицах увидеть, что их загнали насильно беседовать со священником. Конечно, нет, все это открыто, все по-настоящему. Это моя любимая фотография. Она совершенно не получилась с точки зрения четкости кадра. Почему? Потому что солдат фотографировал зимнюю колонну, вернее, зимой уходящая колонна на учение.
колонна военной техники. И священник, несмотря на то, что это рассвет получается, зимний, да, это раннее утро, он пришел проводить солдат, провел с ними беседы, помолился и провожает ребят на учение. Это не видно, но он стоит с крестом, он как бы благословляет каждого, и ребята уезжают на учение. Вот очень, очень такой для меня очень тоже теплый кадр, несмотря на то, что он холодный зимой, и это все копоть от техники, да, работающих двигателей, пыль, вернее, пыль снежная, ветер и все такое. Но вот, вот священник работает. Тоже священник, который уже часто на выставке нашей присутствует, священник протоиерей Андрей Стариков, вот причащает, специально выехал в Сирии тоже, в командировке, выехал в подразделение военной полиции и причащает запасными дарами. Ну, потому что литургию нет возможности служить, он берет с собой запасные дары, исповедует. И вот в таких вот условиях, вот видите, почти как в раннехристианской общине, да, когда небольшая общинка собирается, священник пришел, помолились, причастились, вот что-то очень... Из той серии. Вот и священник вот, нестандартный, да? Не в красивом облачении, а вот в полевой форме. Не так давно на интернет-портале Е1 я видела ваше интервью. Там был убойный заголовок: «Священники — это боевые мерлины». Это не боевые мерлины. Не боевые мерлины. Вот расскажите немножечко, пожалуйста, откуда взялась такая терминология? Ну, это я ляпнул, честно говоря, журналистам, потом пожалел 10 раз. Суть вопроса в чем? Бывает так, что наши военные руководители не всегда знают, куда правильно применить священника. Да? И... В некоторых головах существует такое представление, что если священника вот просто не обеспечили ничем, да, вот кинули, и тут непременно волшебным образом что-то изменится, там, повысится дисциплина, там, прекратятся какие-то преступления, там, еще что-нибудь такое. И вот это я условно называю боевой Мерлин. Ну, Мерлин в смысле вот, волшебник, да? Вот, а хотя никакого волшебства не должно быть. То есть работа священника, она не в том, что он там пришел и чудеса собой принес, да, а принес знания о вере, да. И когда человек начинает по вере жить, он, естественно, будет стараться, по крайней мере, не грешить, да, ведь? Вот. Поэтому вот этот заголовок оттуда взялся, из моей шутки, так скажем. Не, слова-то замечательные, и заголовок получился такой, что зацепил, наверное, очень многих. А зря я сказала, что мы об этом поговорим, отвлекшись от темы выставки, потому что именно, может быть, боевым мерлином, таким чудотворцем священник становится, потому что он несет рассказ и о кресте, и о воскресении Христовом, и не только рассказ, а опыт жизни вот по вере во все это. И, соответственно, любовь и ко кресту, и к распятому, и воскресшему Христу, и этим делится, и тогда вот... Да, тут так... Мерлина нет, понимаете? Тогда и случаются чудеса. Чудеса случаются однозначно, особенно вот в таких вот историях, в таких, когда священник вот чуть по уши в грязи, там танки застревают, там чудеса обязательно присутствуют, потому что чем труднее обстановка, тем ближе Бог чувствуется. Вот это однозначно. Ну, просто, видите, Мерлин — это волшебник, он там что-то наговорил, все произошло, а тут трудиться над собой надо. Христианство чем и отличается от этого всего оккультного мира, что здесь человек трудится, да, он идет ко Христу, он должен прийти своими ногами. Вот так. Батюшка, выставка переедет из центра Царский куда? Где ее можно будет посмотреть? Она никуда не переедет. Вот я хотел вас поблагодарить вот за внимание к нашей выставке, потому что она заканчивает свою работу, на самом-то деле, заканчивает свою работу. Просто мы открывались в такое время, когда отпуска у людей, да, и люди не могли посмотреть. Вот благодаря вам, вот благодаря руководству музея царской семьи, вот удалось все-таки и организовать выставку, и освещать в том числе. Она никуда не переедет, она переедет вот на телеканал «Союз» в вашу передачу. Почтем за честь распространить вот эти визуальные свидетельства о том, что такое солдатский крест военного духовенства.